Всем здорово. Решил пройти Rage 2 игру. Посмотрим, как пойдет она. Настройки, вот я могу показать вам видео. Все на ультра, все на максимум. Ультра, ультра. Высоко. Что, погнали тогда, новая игра. Так, я прям не знаю. Давай на низком уровне. Мы строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов, и все их сорвал один человек — Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными, нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую, никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать. Но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели — хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону, захватим их поселения, захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство! Что там происходит-то? Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. Так, выбор персонажа. Два только выбрано. Одного из двух. Может, давай учение? Его. Уже пора? Да? Да, бери снаряду. Так. А это что? Давай. Снарягу взял. Защищаю вход. Бумеранг какой-то. Не Лили, я в него метил. А ты не спи на ходу, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом, а я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно. Тогда чего мы ждем-то? Давай! Погнали, да? Лучше ты, чем я. Я хочу выйти из караульного помещения. Что использовать?
Я сейчас! А, просто. Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Лодка! Вики в отбор! Живо! Уже иду. Лили со мной. Джерси отправили предупредить другие поселения. Значит, все серьезно. По рации передали. Такой мощной атаки еще не бывало. Я серьезно. Чего мы ждем? Пошли, заработаем по медальке. Литровые батарейки, вот эти. Там сейчас жарче всего. Так, у меня вот еще вопрос о режим стрельбы. Значение клавиш. Стоп, еще раз. Вот. Понял. Нет, короче, режим изменить. Тройными мне как-то стреляет. Валим отсюда! Это ни хрена, это что такое? Чёрт, циклоп. Это рейнджер! Башку ему отгрыз. Бедный рейнджер Джерси. Медицина тут бессильна. Сейчас или никогда. Надеваю броню. Тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть! Это даже круче, чем я думал. Войти во двор. Так,
бумеранг, это бумеранг. Лили. А то. Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотритами. Нанотрити хорошие. Я его убью. Наверх идти подниматься. Хокер, где тебя носит? Живо сюда! Держитесь, скоро буду. Тачка разбитая лежит. Помнишь, что в Академии рассказывали про рейнджерскую броню? Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Бежим, форсаж, фигайся. Охренеть. Так, так, так. Вот трусы. Убрать затор, живо! Трассирующий огонь! Ч
чего, где? Так, никуда. Башня! Башня! Мне нужно больше людей! Уносите отсюда раненых! Живее! На стене заканчиваются патроны! Принесите еще! Бегом, бегом! Ты узнай, что с рейнджером Джерси! Тетя Проули, герой войны, рейнджер и всем пример. Особенно для Лили. Когда мои родители умерли, растила меня. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний. Иди сюда! Это броня Джерси. Джерси погиб бы. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Да что за хрень? О-о-о. Я вижу такую махину. Тем проще целиться. Не может быть. Он же мертв. Генерал Грос? Первое поколение! Всех остальных убить! Генерал Кросс, большой злодей, глава правительства. Призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Осторожно! Отпусти меня! Ты урод! Держись! О, черт! Что происходит? Проли. Мы проиграли. Эрвина Проули, это ты? Я думал пощадить всех уроженцев Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя сделаю исключение. По старой памяти, Эрвина. Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь. Так, попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди! Ты чё творишь? Я ж в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Значит, это все. Все, что осталось. Выживших пару десятков. Мы еще разбираем завал. Я видел Проули. Генерал Кросс. Он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила... Что правительство вернется? Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. Лили, послушай.
Я последний рейнджер. Охренеть. Ха. А ведь правда. Войти на заставу. Читать. Надеюсь, ты мне что-нибудь оставила, Роули. Вторжение. Активирован протокол безопасности заставы. Назовите имя, звание и цель визита. Капрал Уокер, Крысиный дозор. Я пришел за сведениями о своей... о сержанте рейнджеров Эрвине Проули. Узнаем, что ты для меня припасла, призрак Роули. Этот ковчег, это как у черепашек-ниндзя, этот Шреддер катался, как космодром, похоже. У Шреддера дом такой был. Ладно, погнали дальше. Ковчег. Руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее. Ну, была не была. Добро пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Круто. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть.
Хорошо. Повторите. Еще раз. Очень хорошо. Понял. Симулятор научит вас использовать ID-сертификат «Рывок» для уклонения от вражеского огня. Кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Как странно получать приказы от мертвой тетушки. Дочь героя войны Дэна Хагар. Начинала как рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города Пустоши. У нее есть военный транспорт, а это бесценно. Спасибо, невидимые голограммы. Вот черт. То есть ты решила переложить все это на мои плечи и свалить в закат, да, тетушка Проули? Что ж, похоже, теперь вся надежда на меня.
Лили, мне нужно разыскать троих. Джона Маршалла, доктора Квасира и Лузам Хагар. Они участники проекта «Кинжал», направленного против правительства. Ничего себе задание. Да, твоя матушка и после смерти не мелочится. Не смешно, Уокер. Прости, Лили. Слушай, я готов отправиться в пустоши. У меня есть как раз то, что нужно. Приходи. Ну, что предложишь? Ну, у меня целая тонна идей. И с твоей помощью мы эти проекты реализуем. Это нужно для твоего выживания в пустошах. Для начала добудем тебе тачку. Так. Так, я купил транспорт. В него можно войти через общее меню. Я крутая. Гараж работает, Феникс готов расправить крылья. Впереди у нас с тобой море работы. Тебе вон надо стоит. Копить мощь, а мне привести Винланд хоть в какой-то порядок. Если повезет, трое из проекта «Кинжал» тоже будут с тобой сотрудничать. Для борьбы с правительством тебе надо стать сильнее. Спасибо за совет. Ладно, я отчаливаю. Мир суров, так что будь осторожней. И веди себя прилично. Ты ведь теперь рейнджер. Не урони честь, мундир. Да, ближайший человек из проекта «Кинжал» в стволе. Это Джон Маршалл. Начни с него. И постарайся не погибнуть. Все, понял. Так, вон моя тачка стоит. Понял, все понял. Вот смотри, новенький рейнджер. Керасе. Да, я знаю, что круто выгляжу, но еду я еще лучше. Ну что, поехали кататься. Погнали. А я вон с буксами сейчас. Так, какое задание? Блин, сейчас размытие, может убрать настройки. Поле кончается, понял. Так, тап.
Ковчег. Поехали к нему. Понял. Вон, кстати, сзади. Желаю удачи. О. Я говорливый горсть. У меня хоро. Что за хрень? Системы активируются. Мне пора. Возвращайся скорее, Уокер. У меня хорошая память на физиогномии. Если покупатель возвращается, значит он доволен. Чем Гарсия может услужить? Какое счастье встретить тебя снова! Пока ничего, ладно. Поехали. Системы активируются. Азот, нитро. Вижу препятствие. Явно искусственное. Наверняка засада. Так, меня заблокировали. Включен режим ожидания. Надо ворот как-то открыть, да? Ворота открыть. Преграду. Проекты. $100 у меня. Так, а еще что?
устранена. Путь свободен. Да, коалиции это понравится. Так, настройки еще хотел посмотреть. О, форсаж. Нет. Это не то. Еще настройки. Это нельзя, он так включается. Я залетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Нихера себе. Это круто, открытый мир, блин. Что хочешь, что я делаю? Управление, конечно, тачкой уже хотелось бы получше. Мои индикаторы реагируют на какой-то сигнал. Это Арктек. Да, твой костюм рассчитан на то, чтобы принимать сигналы старой техники. Возможно, рядом старый ковчег. Если его никто не трогал, внутри будет оружие и техника. Тебе нужно в него заглянуть. Ни хрена.
Что это за хрень там? Гранаты, бежим! Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Откуда шмаляет? А, нет. Все ближайшие источники угрозы устранены. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 416А. Сейчас еще одно обучение пройдем. Мы установили ID-сертификат «Бросок». Он позволяет совершать бросок вперед, в результате которого генерируется мощная кинетическая волна. Она уничтожает броню и отбрасывает противников и предметы. Понял. Хорошо. Вблизи работает. Броском уничтожьте броню противника. ID-сертификат «Бросок». Там, в ковчеге, было полно... ...но крутой снаряги. Да, знаю. И мне завидно, так что будь другом, придержи свои восторги. Желаю вам возвратить цивилизацию, Рейнджер Уотер.
активируется. Так, карта. Желаю удачи. И вот мы на месте. Еще посмотреть кое-что. Включен режим ожидания. Че, ковчеги тут еще есть? Заряды есть. Ну все, сохранимся в этом ковчеге тогда.